кто чаще сталкивается с урологическими заболеваниями, мужчина или женщина, и почему? И какой недуг, если промедлить с лечением, может закончиться летальным исходом? Об этом и многом другом в программе «Экспресс-тема» рассказал заведующий отделением урологии областной больницы имени Бурденко Михаил Миронов. Самый частый в настоящий момент патологией, которая является основной в урологической специальности, это мочекаменная болезнь. За последние 10 лет прирост в Приволжском федеральном округе пациентов с мочекаменной болезнью составил 25%. То есть на четверть увеличилось за 10 лет количество этих пациентов. Это особенности качества воды питьевой, особенности питания пациентов, опять же, рост жизни наших пациентов. С какими сложными случаями приходилось сталкиваться пензенским специалистам и почему наша урология считается одной из лучших в Поволжье? Какое новое оборудование поступает в больницы? Обо всем этом вы узнаете, посмотрев программу «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир сегодня, сразу после первого вечернего выпуска новостей в 17:55.